Добрый день, уважаемые коллеги. Татьяна Юрьевна, спасибо за приглашение, за возможность выступить. Как всегда, начну с того, что референс-центр у нас существует с конца 2019 года. Руководителем референс-центра является Евгений Наумович Именитов. Структура включает в себя группу патоморфологических, иммуногистохимических методов исследований, группу молекулярно-генетических методов исследований, а также группу лучевых методов исследований. В основном лимфопроферативные заболевания, для них выполняется пересмотр гистологических материалов, как гистосканов, так же и физически присылают материал, который мы пересматриваем и оказываем уже на готовый материал, на пересмотренный иммуногистохимические исследования. За 2020 год была проделана огромная работа по информированию медицинских учреждений, поэтому еще раз повторюсь, что занимаемся мы не только телемедициной, но и референс-центром. С апреля по декабрь 2020 года мы провели 3442 молекулярно-генетических теста и пересмотрели у 450 пациентов почти гистологические препараты, выполнили дополнительно более 1000 иммуногистохимических исследований. За 2020 год 180 материалов пациентов нам прислали. На представленной таблице видно по нозологиям, как это все распределялось. Добавила в этот отчет коды по МКБ C91 и C95, хотя не так часто мы как бы их используем, но чтобы было видно. Соответственно, это 180 пациентов с данными диагнозами выполнен пересмотр у Анны Сергеевны Артемьевой. Молекулярно-генетические тесты на данные виды исследований мы не выполняли. За этот же период 2020 года было выполнено 146 телемедицинских консультаций. Все консультации оказывает Илья Сергеевич Зюзгин, никакие другие специалисты не оказывают телемедицинские консультации. Снимки пересматривает тоже Илья Сергеевич Зюзгин, и когда вы получаете ответ на телемедицинскую консультацию, всегда Илья Сергеевич прикладывает картинки со снимков и указывает, где какие проблемы у пациента существуют. Виден рост количества телемедицинских консультаций. Если за 2019 год мы выполнили всего лишь 47, то за период с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года выполнено уже 89 телемедицинских консультаций. Где получить эту информацию? Как всегда, на нашем официальном сайте, в разделе «Специалистам». Если какие-то происходят технические сложности по передаче запроса в анамнез-онкологии Петрова, никаких проблем не вижу, можете меня набрать, и я позвоню в ЦМК «Защиту», теперь, правда, называется ФБГУ ФР, и попрошу сотрудников прислать нам запрос, потому что все-таки Архангельск – это наш регион, и хотелось бы, чтобы мы отвечали на телемедицинские запросы. Спасибо большое за внимание.